Дойти до каждого человека – обязанность местных властей, а их главная задача – помочь решить вопросы граждан, чтобы недовольных не осталось. Такое мнение сегодня в Гродно на республиканском семинаре по идеологической и воспитательной работе высказал первый замглавы администрации президента Максим Рыженков. Также комментируя ситуацию и общественное обсуждение декрета номер 3, он отметил, что сейчас представители власти должны быть максимально близки людям и помогать, в том числе создавая условия для трудоустройства. Надо уже стараться идти к людям, потому что, наверное, какой-то промежуток времени мы забыли о том, что главная ценность в нашей стране – это тот рабочий человек, который создает как материальное, так и духовное благо нашего государства. Сегодня же в Гродно эксперты обсудили и новые форматы воспитательной и идеологической работы. Говорили о том, что молодежь не должна самостоятельно решать свои проблемы и тем более искать спасения в онлайн-среде. Особенно учитывая тот факт, что все чаще в интернете появляются сообщества, склоняющие подростков к суициду. Сегодня и школа, и система образования, и родители должны объединить усилия для того, чтобы ребенок понимал, что со своими проблемами он может прийти к родителям в первую очередь, в школу, к педагогу и решить эти проблемы, а не замыкаться в себе, уходить в какие-то социальные сети, тем более подвергаться вот этому своеобразному информационному насилию, которое происходит в интернете. Семинар, посвященный поиску новых путей в работе белорусской системы образования, продолжится и завтра. Среди участников – ректоры ведущих университетов страны, представители Минобразования, ученые, педагоги, также активисты молодежных организаций. Пройдут выездные презентации в школах, гимназиях и университетах Гродно.